Приветствуем участников третьего форума свободных народов пост-России. Я очень рад, что название изменилось, и именно пост-Россия, а не Россия. Никакой России, как я говорил на втором форуме, не будет в том виде, каком она существует. А сегодня я скажу несколько слов о том, о чем я собираюсь говорить на этом форуме. Сейчас, мне кажется, абсолютно очевидно, после уже случившегося, после войны в Украине, что Россия перестала быть легитимной. Но свою легитимность Россия утратила не 24 февраля 2022 года. Свою легитимность Россия стала терять с первых дней ее создания. Если вы помните, в 89 году было такое знаменательное событие – Балтийский путь, когда граждане трех балтийских республик, стран – Литвы, Латвии, Эстонии – встали в одну громадную цепь от Таллина до Вильнюса – 670 километров, 2 миллиона человек. И все они говорили о том, что балтийские страны оккупированы Российской империей или Советским Союзом, как хотите. Так вот тогда вопрос, который стал последним камнем в этой конструкции Российской империи, Советского Союза, был так называемый секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, в котором два тирана, два изверга, или как их назвать, не знаю, два садиста, Сталин и Гитлер, договорились о разделе пространства. И России отошли вот эти три страны. Они были оккупированы. Ну, все мы это уже теперь знаем, и это совершенно как бы не тема сейчас для обсуждения. Но интересно, что тогда так называемый прораб перестройки, такой господин Яковлев, который действительно считается вот человеком, который создавал смыслы этой перестройки, он тогда признал, а тогда этот вопрос стоял очень актуально. И все говорили, были эти протоколы, не были. Советский Союз и его руководство, вот это Политбюро и все связанное с ним, медийное, тогда вот какая там медийная, ТАСС, да, и что еще там было, Первый канал, отрицали существование этих протоколов. И вот господин Яковлев выступил и сказал, что протоколы существовали. И это было так, как взрыв. Тогда вся либеральная общественность, ну, тогда она не называлась либеральной, но вся демократическая общественность аплодировала Яковлеву, аплодировала Ельцину и говорила, ну вот, все, теперь правда пришла в нашу страну. На самом деле господин Яковлев тут же соврал, потому что, признав существование протоколов секретных, он сказал, что Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР добровольно. И это была главная ложь в тот момент. И именно этой лжи не простили прибалтийские или балтийские, правильно говорить, страны. И уже через 6 месяцев Литва объявила о своей полной независимости и восстановлении своего суверенитета. За ним последовали и Латвия, и Эстония. Что важно сейчас для нас в этой легитимности? Понятно, что Путин и его власть нелегитимны. Но истоки все лежат там, в этой лжи, еще тогда вот этого прорастающего демократического движения, которое было организовано, собственно говоря, вот этим господином Яковлевым. Мы помним, как межрегиональная группа, это депутаты, которые противостояли вот этому большинству, как они его называли, коммунистическому, в то время, очень быстро перегруппировались и вытолкали из своих рядов господина Афанасьева, Юрия Афанасьева, который был одним из организаторов этой межрегиональной группы. Потом умер, или вначале, правильнее сказать, умер академик Сахаров.
тоже. 89-й год, декабрь. Очень странная смерть. И кто остался? Остались люди, обслуживающие все тот же аппарат, который перегруппировался. КГБ это или партия, сейчас не важно. Важно, что они выбрали свою, как бы, фронтменом своим Бориса Ельцина, группировались вокруг него, и все началось опять, как прежде. Та же ложь, то же вранье. И в 93-м году, 1993 году, эта группировка, захватившая власть тогда, окончательно установила свое правление, расстреляв парламент из танков. Мы все это помним. После этого вся медийная основа этого государства, весь обслуживающий персонал, все люди, создающие какие-либо предложения, смыслы в этом пространстве, работало на эту группировку. И что вы думаете? Сейчас, когда война в Украине, тяжелейшая, страшнейшая война, сопоставимая по количеству жертв только с чеченскими войнами, русско-чеченскими войнами, которые развязала вот эта группа лиц под руководством, скажем, господина Ельцина и компании, да, и подхваченная потом во время Второй русско-чеченской войны Путиным, так вот вся эта группа по-прежнему составляет смысл. Она просто переместилась из кремлевских кабинетов со Старой площади и изданий газет и радиостанций, которые находились в Москве, переместилась сейчас на Запад и продолжает делать то же самое. Формально они выступают против Путина. Формально они называют, что, ну, называют войну в Украине, естественно, они не могут, ну, то есть они не хотят, наверное, да, они формально против войны, но они ничего не делают. И они продолжают скрывать суть этого режима. А суть этого режима в том, что у него нет легитимности никакой. Это фейковая страна. И фейковый режим, он создался на лжи. И он 30 лет просуществовал на этой лжи. И концом этой лжи стала война в Украине. И что теперь делать? Понятно, что ни один из этих людей, которые были в окружении Ельцина, а теперь стали оппозицией Путина, не имеет даже не имеет никакого права на то, чтобы претендовать на будущее управления мифической страной, которой нет на карте. Да, мы уже говорили на втором форуме, что, вероятно, это Московская республика, то, что будет после капитуляции России. Ну, вероятно, да, пускай будет. Мне, собственно говоря, все равно. Но мне не все равно, как гражданину Ичкерии, потому что нам все равно находиться рядом с ними. И я хочу, чтобы те, кто будет руководить этой Московской республикой, были людьми, не повязанными кровью с российским руководством. Откуда возьмется легитимность у новых людей, которые могут прийти в власть? Уж точно не из ельцинского, путинского окружения и ельцинско-путинской власти. Легитимность может взяться от коалиционного правительства, которое будет основано новыми людьми, которые придут извне, из народного движения, людей, которые хотят свободы, настоящей свободы. Той свободы, которую люди хотели в 89-м году. И той свободы, которую у них отняли путем всяких комбинаций, игры КГБ, партии и вот этих обслуживающих лиц, которые работали. Я не утверждаю, что они работали на КГБ. Кто-то работал, кто-то не работал. Я же не следователь. Архивы закрыты. Мы не знаем, кто где служил и по какому указанию кто что делал. Мы знаем результат. Результат вот он сейчас налицо. Мы его видим. Так вот, новые люди должны не иметь никакой связи с этими господами, которые выросли из-под крыла Бориса Ельцина и оправдывали все это время существование этой страны. Легитимность может быть
принесена Украиной или коалиционными силами под руководством Украины. Легитимность может быть под контролем Украины, как страны-победители. Вот с такими людьми мы готовы сотрудничать и существовать мирно, подписывать договоры. Но очень осторожно, памятуя о тех договорах, которые уже были подписаны с Российской Федерацией, которая никогда не исполняла ни одного своего обещания и ни одного своего договора. Пока что никакой легитимности больше у России как страны нет. И вот Балтийский путь, который был в 89 году, вот это грандиозное событие, это пример для нынешних людей, что нужно делать. Нужно выстраиваться в цепь от Архангельска до, предположим, Новгорода, да, по всей нашей северо-западной части вот этой гигантской страны. И требовать свободы тем, кто хочет освободиться. Свобода, естественно, для народов Кавказа, которые имеют ее по праву и должны просто восстановить свою независимость. И свобода для тех народов, которые не хотят жить под управлением Москвы. Балтийский путь номер два. На третьем форуме свободных народов пост-России, который пройдет в Гданьске, в Польше, я буду говорить о том, какие угрозы исходят от лобби, которое говорит о необходимости мирных переговоров с Россией, Украины с Россией. Я хочу сказать спасибо организаторам в Польше, потому что принимающая сторона – это Гданьск, это знаменитая солидарность, которая и эти места, которые связаны с солидарностью, знаменитые верфи, где проходили переговоры Леха Валенцы и его соратников с партийным руководством Польши. За трагедией, за войной и за таким огромным количеством смертей зачастую не видны общие процессы, которые видны тем людям, которые уже прошли подобный путь агрессии России против их страны. Так вот, на примере Чеченской республики Ичкерия, который сегодня проходит Украина, потому что именно этот путь, когда страна защищает свою независимость, свой суверенитет, свое право на национальное самоопределение, на самоидентификацию, на которое посягнул враг, Российская Федерация, точно так же, как и в свое время обрушилась Российская Федерация на независимое государство, Чеченскую республику Ичкерия. Что мы сегодня видим? 24 февраля, когда началось это полномасштабное вторжение в Украину, первое, что сделал Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской республики Ичкерия, он сделал заявление о том, что чеченские граждане, ичкерийские граждане готовы ехать в Украину и воевать на стороне Украины против агрессора. Он сделал заявление об этом в Брюсселе уже 26 февраля, на которое президент Зеленский откликнулся указом о подписании об учреждении иностранного легиона. И на сегодняшний день уже 4 батальона Чеченской республики Ичкерия официально воюют в составе ВСУ. Что сделала за это время российская так называемая либеральная оппозиция? Растерявшись на первых порах, делая заявление о создании антивоенных комитетов и классифицируя себя на русских и хороших русских, эти люди до сих пор ограничиваются декларациями. И единственный человек, Илья Пономарев, который заявил о том, что нам не нужны антивоенные комитеты, нам нужны военные комитеты, вторя словам Ахмеда Закаева, который тоже говорит, что антивоенные комитеты российским гражданам нужно было создавать в начале нулевых годов, когда оккупировали Чеченскую республику Ичкерия. Так вот, сегодня нужны именно военные комитеты. И те граждане России, которые хотят воевать на стороне Украины против России, должны брать оружие и воевать на стороне Украины. Какой вывод мы можем сделать о том, как работают медиа в Украине и медиа этих самых либеральных, демократических, антипутинских сил? На украинских каналах с первого дня полномасштабного вторжения стали проводить параллели между
войной в Украине и войной против Чеченской республики Ичкерия. На российских медиа, либеральных и антипутинских, этого сделано не было. То есть все это время табуирована по-прежнему тема Чеченской республики Ичкерия и ее независимости. Почему эти самые либеральные СМИ, состоящие из так называемых хороших русских, которых сегодня приняли в Европе для того, чтобы дать возможность этим свободным медиа существовать на Западе, эти журналисты до сих пор не хотят говорить о том, что Чеченская республика Ичкерия – это оккупированное Россией государство, независимое государство. Эта тема по-прежнему табуирована. Почему она табуированная? У меня есть ответ на этот вопрос. Понимая, что такое российская агрессия, и понимая, что такое положение оккупированных народов, мы поддерживаем этот форум, поддерживаем оккупированные народы и всячески будем содействовать освобождению этих народов, которые столетиями находились под гнетом российской оккупации. И мы, как информационное агентство Ичкерия News, iNews, хоть мы и никогда не входили в состав Российской Федерации, наша страна никогда не входила в состав Российской Федерации, будем поддерживать стремление свободных народов, народов Российской империи, к своему обретению независимости, понимая, что от этого зависит и наша свобода, и наша безопасность.